итоге расскажите, пожалуйста, пару слов будущим аэрофобам, которые не решаются пойти на курсы. Вообще, что происходит? Как я вас бью, рассказывайте. Как... Нет, у нас не бьют, у нас очень хорошо к нам относятся, очень замечательно, и мы все... Вот смотрите на нас, проведите, пожалуйста, как происходит, сколько нас, какие у нас очень довольные лица. А вот это особо довольное лицо. Она говорит, покажи на камеру, какие у нас довольные лица. И ты такая сидишь такая. Я здесь не выбираю маркер. Клянусь. Расскажи нам, эта девушка работает в Трансаэро. Да. Сколько лет ты не летал? Я недолго не летала. Я убежала. Убежала? Теперь не бегает больше. Правильно. Маришка? Да. Здравствуй. Скажи нам что-нибудь. Это хорошее, да? Плохое. Я просто вспоминаю то, что было. То, что там я просто не летаю, это просто ужас. Не, ну то, что я летала и под наркотиками сильными, и то, что я не могла, я не пью алкоголь, я не могу летать просто вот. Не могла. Летала несколько лет, выписывали мне какие-то таблетки, успокоители. Я не помню ничего. Меня просто как багаж грузили. Как багаж просто вот вынимали из самолета, в том числе коллеги, начальник. Мне было стыдно просто до ужаса. Но тем не менее. Вот. А сейчас лечу. И вроде бы даже вот нормально. Живая, здоровая. Живая, да. И без алкоголя, без наркотиков, честно. А ты что стоишь-то? Он же нестабильный. Вот такие, короче, веселые курсы у нас.